Анатолий Васильевич Девятайкин отдал уголовному розыску 19 лет. Сначала в 1993 году он стал работать оперуполномоченным, потом занимал и другие должности: старший оперуполномоченный, заместитель начальника по общим вопросам и оперативной работе, а также был и самим начальником уголовного розыска. Анатолий Васильевич еще мальчишкой мечтал работать в силовых органах и находил в этом свою романтику. Вспоминает, что наиболее сложный период службы выпал на 90-е годы. В основном, вот 90-е годы была очень такая криминогенная обстановка, неблагоприятная у нас в городе. Совершалось очень большое количество преступлений, связанных с хищением имущества граждан, квартирные кражи, грабежи, разбои. Тогда сотрудники уголовного розыска работали по целым суткам и без выходных, иногда и без праздников. Даже официально устанавливали 12-часовой рабочий день. По словам Анатолия Васильевича, за время его работы через него прошло много сложных и резонансных дел, и отметить какое-то одно из них он затрудняется. У Анатолия Девятайкина были и такие случаи, когда приходилось стрелять. Правда, не на поражение, а в качестве предупредительного сигнала. По мнению мужчины, для сотрудника уголовного розыска более всего важны моральные качества. Быть честным, человечным, действовать в рамках законодательства, самое главное. Человек должен быть общителен, должен быть обширный круг знакомых, как среди обычных граждан, добропорядочных, так и в среде криминальный. Оперативники разыскивают не только злоумышленников, но и просто пропавших граждан. Несмотря на то, что часто приходилось сталкиваться с преступным миром, Анатолию Девятайкину нравилось работать в уголовном розыске, раскрывать запутанные, сложные случаи, получать положительный результат от своих трудов, помогать людям. В этот день хочется поздравить всех сотрудников уголовного розыска. Отдельно хочется сказать какие-то добрые слова и поздравить это жен сотрудников уголовного розыска, потому что быть женой сотрудника уголовного розыска – это такая непростая задача. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Евгений Иващенко, служба новостей Саров, 24.